Всем привет! Мы продолжаем проходить волны алчности. И, как вы видите, я нахожусь на Астриде. Мне удалось его таки заполучить. Только я закончил запись прошлой миссии. И сразу же барон вышел на связь и сказал мне, что можно катапультировать пилотов. Но, в общем, смотрите сейчас, как это было. Не обращайте внимания на то, что я там говорил. Последовательность немножко сбилась у меня в футажах. Смотрим. Включить чертеж модуля, я наткнулся на автоматические процедуры эвакуации. Хоть у меня и было мало времени, моя находчивость позволила мне значительно изменить некоторые параметры. Уверен, если приложить достаточно давления из внешних источников, автоматические системы заставят пилота покинуть эти корабли, даже если они не станут запускать протокол эвакуации. Где этот Астрид? Давай возьмем на мушку. А их нету. Астрид. А, вот. Ну, Астрид, готовься. Давай, давай, давай. У него прям нормальный такой этот. Говорит, не предназначены стрелять по кораблям. Как это назвать? Офигеть, он шустрый. Иди сюда, мой сладкий сахар. Давай, 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 разворачивайся. Давай, давай, давай. Катапультируй. Ну чё? Есть! Нет! Нет, 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 ракеты не надо! Отлично. Разрешение на стыковку получено. У меня есть Астрид, ля-ля-ля.
Уху! Так, мне на мостик надо. Я могу сразу отсюда на мостик. Кокпит. Я и так тут нахожусь. Так, надо научиться пользоваться этим кораблем. Вот он был. Ну а теперь возвращаемся в настоящее. Мы на нашей яхте находимся, новообретённая. Я ее за кадром в скафандре починил. Катана остается тут. Так, подожди, катана. Катана великая. Вот, к ней, как вы видите, летит спасательная капсула. Ну, посмотрим, что будет из этого. Но катана пока тут оставайся. А нам нужно найти выход. Кстати, я в Астрид загрузил этих самых протектиона, полный трюм, тут еще дофига осталось. Давайте посмотрим, например, око вот этого спасителя, может быть, к нему надо подлететь? Око смотрителя. Смотрителя, точнее. Нам нужно найти выход. Может быть, нам просканировать надо, и мы какую-нибудь аномалию откроем. Ну и вообще, в принципе, интересно посмотреть на эту штуку. Вот Backspace сейчас я уже нажал. Но инерция сильней. Я попробую, знаете, что сделать? Сейчас вылететь в скафандр и посмотреть, что там. Потому что вот тут какая-то труба есть. И мне интересно. Мне подозреваю, что в нее можно влететь. Блин, как же хорош этот корабль. Он мне так нравится. Ой, блин. Надо только научиться управлять своими ногами в нем, так сказать. Астрид. Давай, использовать скафандр. Сейчас мы посмотрим вот эту трубу. Око смотрителя. Ну, я думаю, тут просто аномалия будет. Ну, мало ли, интересно. Мне, в принципе, интересно посмотреть на эту штуку. Это, получается, она вот конденсат отсюда выплевывает. Эй, подожди, подожди. Внутрь я могу проникнуть. А то как же не исследовать Сонненское творение? Ну, короче, понятно, тут все закрыто. Воу-воу-воу, назад, назад. Ну тебя нафиг. Сейчас поджарит меня. Ну понятно. Это просто труба, через которую эта штука появляется. Астрид. Разрешение на стыковку получено. Тут вагон, кстати, протектиона еще. Ладно, полетели, думаю, надо вжухать. Посмотрим. Учитывая, как долго я искал эту штуку, вжухать, чувствую, нам придется дольше. Еще дольше, точнее. Привет. Вставай давай. Давай чуть отлетим. И сразу вжухнем. Может, что появится. Найти дорогу каучности. Шок веры. Ну, давай вправо слетаем, мало ли, может, что там будет. Ну, похоже, все тут не просто с этим.
Вряд ли оно там за пределами. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Стой. Кто-то тебя тащит. Чуть левее все-таки. Какие-нибудь, может, врата отключенные есть. В эту сторону поворачиваюсь. Понятно, я где-то хрен знает где. Плоскость эклиптики потерял. Во. Полетели сюда. Астероиды. Ничего не находит. Ладно, давай еще чуть-чуть пролетим. Ну не просто ж так оно явно сюда зовет. Может, конечно, и нет. Давайте вот так вот сделаю, а сам параллельно телепортируюсь. Где у меня тут Немезида была? А, я, или я не строил себе Немезиду? Немезида патруль, ущелье Тарка. Почему вы пристыковались? Я 3 новых построил. Ну ладно. Давай ты, короче, патруль. Лети, наверное. Куда, блин, где эта фигня? Аучность. Прилети поближе. Вот, 18 миллиардов. Нет, даже не сюда. Ну да, 18 миллиардов. Лети. Сюда. Лететь и ждать. А мы сейчас на сете это быстро промотаем. Ну все, короче, можно телепортироваться. Вход в систему. 18 миллиардов. Немезида. Агрессор. Привет. Привет. Ну да, у меня это... Такая себе штучка. Ладно. Немезида, агрессор. Нежданный куш. Ну полетели. Да, нам пролететь через вражеские секторы нужно, чтобы поговорить с ними. Переживаю, конечно, что там бросил Астрида. Да, и движки у меня тут не самые лучшие стоят, которые хотелось бы для своего личного использования. Ну да ладно, пофиг. Вход в систему. Нежданный куш. Ничего, сейчас мы это... Вы ничего мне не сделаете. Хрен у вас что получится. Ух, ничего себе в меня тут летит. Блин, а за мной летят. Вы посмотрите на них. Ну ничего, я если что могу бросить эту катану. Телепортироваться в другую. Блин, надо было чертежи купить у них, пока я... был при этих, так сказать.
при дворе у них. У меня было плюс 25, по-моему, даже у них репутация. Теперь все к чертям пошло. Они же за мной не полетят в другой сектор, я надеюсь. Вход в сектор. Нежданный куш. Три. Клад. Воу-воу-воу-воу-воу. Страшно-то как. Вот наспех миссии готовить не надо, называется. Надо было себе замутить быстрый корабль с нормальными пушками, которыми я пользоваться могу нормально. Вот этой шляпой я не могу нормально пользоваться. Она медленная. Вот и сейчас, если эти крендели меня будут атаковать, мне может не поздоровиться. Сейчас я за тебя возьмусь. Да не надо, зачем? Вот, правильно, включил в рацию. Одновременно пилотировать и разговаривать не можешь. Похвально, похвально. В данном случае это полезно для меня. А вот теперь кое-кто допрыгался. Ну, на не факт. Неизвестный вход в систему. Алчность. Отвалите от меня. Интересно, сколько они бабла захотят? Ну да, тут походу только и надо было телепортироваться пока что, потому что не просто так же эта миссия доступна становится только после исследования телепортации. В этом есть какой-то смысл. Я там полетал, ничего не нашел. А-а-а! Ну я приближусь к нему и чё? Он же ж спутник, он мне ничего не сделает. Ну а то ж. Мне не особо интересно, что вы сделали с пиджаками из компании Норт Ривер. Но это должно было быть занимательно. 15 миллион? Кр-кр. Ну давай, заплатить. А, так вы хотите заплатить нам, чтобы мы отстали? Хорошо, я передам сообщение ваши кредиты. Так. Вот так, значит, да? Убить Кайл. А мне все равно фабрику эту уничтожить нужно. Показать брифинг. Короче, это не то, что... Достаточно просто уничтожить ключевую для их операции станцию. Ну, сейчас мы это замутим. Сейчас мы это замутим, только я, наверное... Это волнорез, тут может этот вжухнуть. Я сейчас телепортируюсь сам на галиматью. Галиматья, телепортироваться. Прикольно, я пристыкован к станции, которая мне нельзя быть пристыкован. Хорошо, я тоже тут нахожусь. А ты, Катана... Нет, это Немезида была. Немезида, патруль. Тебя, короче, лети ты, пожалуйста, куда-нибудь, ну, сюда, допустим. Лететь и ждать. Прячься тут, а я, наверное, сейчас вот один свой ударный флот, который... Где у меня? Он у меня вот. Ущелье Тарка, нет, это далеко. Безмолвный свидетель. Этот ближе. Все, короче... Можно тебя атаковать? Атакуйте ее. Так, стыкуюсь и полечу. Привет. На сете буду ждать, пока мои завалят.
дать бы мне бы сныкаться бы отсюда, честно говоря. Так, а эти уже все. Гриф, защитник. Это стервятники. Так, так, так. Мне бы сныкаться куда-нибудь, где меня не смогут убить всякие волны. Алчность 4. Нежданный куш клад. Алчность 1. Блин, далеко лететь. Лететь далеко. Черное солнце, короче. Полетели. Будем просто лететь туда. Мои там по пути кого-то уже разуплотнили, судя по всему. Здесь просто сету опасно включать. Много этих тут. Вход в систему. Нежданный куш. Ускоритель. Нежданный куш. 4. Грёзы Авроры. Интересно, мне вернут мое отношение хорошее с ними? Или опять по нулям, и все надо будет снова вкачивать? Ну, тут уже, кстати, может быть, и вспышка меня не прибьет. Но на всякий случай я... Тут, по крайней мере, враги тут есть, ну их нафиг. Надо в безопасное место сныкаться. Я даже у Аргну шансов больше. Да? Серьезно? Ты не попадешь! Немезиду мою завалили, не доплыла она до гавани. Да и хрен с ней. Надеюсь, 10 эсминцев, 50 катан хватит. О, все, лазерную башню снесли. Сейчас, 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 ребята, сейчас я буду наблюдать за вами, буду командовать боем. Утиль-команда, каков ваш статус? Опачки. Это утиль-команда. Все системы в штатном режиме. Что переработка это? Переработка запущена. Принято. Мы наготове. Это утиль-команда. Последний пакет металлолома переработан. Это нас, видимо, обучают новому способу ресурсов добычи. Принято. Поднимаем груз. Груз получен. Очищаем периметр. Ладно. Мы здесь закончили. Чуть наверх. Отлетим. Устанавливаю курс домой. Мы должны успеть добраться туда до волны. Принято. Увидимся дома. Так, мой ударный флот. Где? Ударный флот. Блин, сейчас этот эсминец застрял, да? Ладно, он тут не один. Долети спокойно, я думаю. Хотя, блин, не факт. Он там ковыряют. Это уже тот сектор? Нет, это не тот, им еще пролететь надо. Блин, заковыряют его. Этот его поддержал бы хотя бы.
пускай он их на себя отвлекает. Я думаю, на следующих вратах еще один может откинуться. Блин, еще один еле живой. Ай, блин, их оборонительное в это. Давайте, давайте, помогайте. Че вы тупите? Тут начинается. Ладно. Размотайте их тут нахрен. Отлично, вот отлично, блин, взяли, бросили в итоге. Но эти там дохнут прилично. Как вас много, я офигею. Через все секторы пролететь приходится. Ну, я думаю, все равно долетит кто-нибудь. Просто их тут рой нескончаемый. Я бы мог, конечно, всех их сейчас по очереди убивать, но что-то не хочу прям сильно ронять репутацию. Давайте, давайте, ребята. Долетайте. Но эти, кстати, не могут особо-то пробить. В отличие от тех. Ёпта. Тут их много. Прям по, как по ксенонскому сектору передвигаешься. Ну, блин, в ксенонских секторах я все потихонечку вайпал. Здесь придется немножко иначе действовать. Потому что я не хочу тут все вайпать. Немедленно прекратите атаку. Вы об этом крупно пожалеете. Это служба безопасности сектора. Канал связи открыт. Докладываю об атаке на станцию. Принято. Криминальные сводки обновлены. Все, мои что ли начали атаковать уже? Немедленно прекратите атаку. Вы об этом крупно пожалеете. Нет еще. Это служба безопасности сектора. Канал связи открыт. Докладываю об атаке на станцию. Так точно. Криминальные сводки обновлены. Давай, короче. Давай тут этот самый. Еще раз. Атаковать цели в радиусе. Давайте, короче, задолбали они. Будем прорываться. Надо было сразу это сделать, конечно. Сейчас мы их добьем тут. Пипец, а тут тоже у них до хрена. Блин, мой эсминец один завалился. Короче, давай. Так, атаковать. Долить все приказы. Придется врыть копашную. Самых опасных. Атаковать. 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 Давай. Будем координировать атаку. Один.
2. Атаковать. Думал, наскоком просто свалю. Не получилось. Блин, мои тоже дохнут. Атаковать его. Да блин, не дрыгайся. Ну, в принципе, и так сейчас сдохнет. Ну, давайте, на всякий случай. Все. Атаковать цели в радиусе теперь давай. Немедленно прекратите атаку. Вы об этом крупно пожалеете. Это служба безопасности сектора. Канал связи открыт. Докладываю об атаке на станцию. Так точно. Криминальные сводки обновлены. Атаковать. Ну чё вы, блин, прощимитесь? Или дочистить сначала. Ладно, давай удалить все приказы. Снова атаковать цели в радиусе. Чтоб они мне не мешали. Все, короче, блин. Этих дочищаем и улетаем. Атаковать. Гоу. Удалить все приказы. Атаковать. Чувствую, у меня сейчас вообще репутация ниже плинтуса упадет. Ну, посмотрим, что будет. Возможно, она восстановится. Летите, летите, не останавливайтесь. Это вражины. Но тут есть мои тоже. Эсминцы, блин. Все, бьете? Бейте, бейте все. Навались. Блин, 4 эсминца застряли тут, зараза. 5 даже. Олени. Только 2 долетели до сюда. Блин, минус 1. Тут от всех надо избавляться было тогда. Ой, как-то я не очень удачно провел эту операцию, прямо скажем. Давай сделаем по-другому. Как я, блин, привык это делать.
Так, удалить все приказы. И вот конкретно сюда атаковать. Все вместе разом навались. Ну, вроде бы... Ну, подохнет у меня часть, конечно. Атаковать еще раз. Больше половины уже с него. Ну все, кранты, я считаю. Все это готово. Теперь нахрен уходите сюда. Че теперь? А, это понял. Так, лететь и ждать. Все, улетайте отсюда. О, они отстали от меня. Все, теперь понятно. Они починятся, часть из них. Блин, ну, конечно, три этих эсминца я потерял. Потому что мне лень было микроменеджментом заниматься. Ну, да хрен с ним. Так, смотрим, давайте, что теперь у нас по миссиях. Эпилог, последствия. Заставить синдикат отвязаться от вас. Показать брифинг. Нет задач. Оставить... Так, сделать активный. Ну, что вы мне скажете? Синдикат понимает, что вы настроены серьезно. Новое руководство считает, что не стоит дальше этим заниматься. Мы ценим ваш денежный взнос. Можете быть уверены, с нашей стороны все разногласия урегулированы. Да. Все, выполнил. А теперь что у меня? Давай посмотрим по этим самым. Посмотрим по фракциям. Синдикат. Плюс 17. Прикольно. Всех завалил, осталось плюс 17. Так, теперь, соответственно, вы возвращаетесь на этот. На восстановление боеспособности я вас подлатаю, естественно. Эту штуку я завалил. И теперь что с миссиями? Где мои корабли? Короче, так, прилетели наши товарищи, гуси-товарищи. И я, пожалуй, телепортируюсь на один из них, так сказать. Сейчас, правда, сначала... А, ну все, этого снабжать есть, они сейчас починят. От тебя давай телепортируемся, посмотрим на вас, героев, так сказать. Так, 17 активных миссий. Менеджер миссии. Синдикат у меня даже есть вариант все-таки поднять. Ну все, я с этим завершил, получается. Не знаю, будет ли сейчас... ну, должны быть какие-то миссии. Как мне яхту забирать оттуда? Астрида как-то же забрать нужно. А пока мы посмотрим на наших героев, возвращающихся. Вон это трое стоит. Короче, минус 3, минус 9. Ну, опять же, повторюсь, я честно, мне впадло было как-то минимизировать потери. Просто как бы, ну нафиг, зачем? Можно было это сделать более грамотно, как я ксенонские сектора зачищал. То есть поэтапно все, блин, сначала вайпать, а потом только продвигаться вперед. Ну, во-первых, я боялся, что я репутацию потом не восстановлю, слишком много убью кораблей. Во-вторых, ну, лень, матушка. Так что вот так вот не совсем умело все это было. Понимаю, что серия, наверное, не очень интересная была в этом плане. Но что поделать, иногда у иксов вот такая вот не совсем понятная миссия случается. Кстати, вот как небольшое послесловие, Астрид тут появился. Я не понимаю, как он тут оказался, но вот он оказался в нежданный куш Квад-3 почему-то. Я ничего, никаких приказов не давал, понятия не имею, как это случилось. Если выясню, расскажу в следующей серии. Сейчас я его отправляю на этот самый,
стыковаться со штаб-квартирой, стыковаться и ждать. Я рад, что ты вернулась до того, как я ушел. Я бы не хотел расстаться, не попрощавшись как следует. И, конечно же, поблагодарить тебя. Отказываться от предложения близнецов должно быть было нелегко. Это была бы прибыльная сделка. Если честно, я не могу точно сказать, как бы я поступил в твоей ситуации, из-за чего я еще сильнее уважаю твое решение. Спасибо тебе за все, что ты сделал для населения алчности и лично для меня. Настало время мне вернуться домой и вновь искать удачу среди заброшенных обломков. Но сейчас, конечно, гораздо сознательнее. Накопление богатства в ущерб всему остальному — это не так уж и достойно, как мне казалось. Берегись себя, и пусть в будущем тебя ожидает много прибыли. Ну, теперь-то, наверное, точно все. Давайте еще с босса поговорим. Привет. Скажет что-нибудь? Нет? Я уже третий раз буду прощаться. Пойдемте еще в личный кабинет, пока уж мы тут сходим, посмотрим. В личном кабинете ничего не добавилось. Ну ладно. Дальше до убуста и будем ждать продолжения сюжета. До встречи.